стоит дождаться решения суда окончательного и уже тогда определить ту сторону, которая выиграет по решению суда. А на сегодняшний день мы бы рекомендовали жителям оплачивать все-таки квитанции предыдущей управляющей организации, потому что здесь еще завязано и предоставление льгот. На сегодняшний день договор заключен с управляющей организацией Дзержинского района, и поэтому выплаты пойдут только тем льготникам, которые не имеют задолженности перед этой организацией.